Всем привет, ребята, с вами я, Диана, и в этом видео у нас с вами рубрика новости. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но не забывайте, что на Star Pets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу Star Pets будут в закрепленном комментарии и в описании. И перед началом напоминаю вам про свои социальные сети. Во-первых, это телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на разных флайрайт питомчиков. TikTok, лайк и мой профиль в Роблоксе. Если ты хочешь на них подписаться, то переходи по ссылкам в описании и подписывайся. По нашим традициям, в каждом видео я запускаю конкурсы на крутых питомцев. В этом видео я для вас разыгрываю Flyride кенгуру. Условия в конкурсах, как всегда, очень просты. Это подписка на канал, поставить лайк на это видео, в комментариях написать, что вы участвуете, и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. А вот победитель с прошлого конкурса на Flyride черепаху. Поздравляю! Итак, ребята, у нас с вами через 2 дня выходят 2 новых питомчика, также новые игрушки, новый транспорт и так далее. И получается, ребят, вот посмотрите, вот такие вот игрушечки, получается шарики разные, попрыгунчики у нас выходят, и вот таких вот 2 новых питомца. Правда, я не знаю, будет ли один из них за робуксы, но скорее всего так и будет, ребят. Также вот такие вот сани, очень прикольные, наверное, кто-то их будет тащить, поэтому, ребят, тоже будет очень классно. И давайте же я вам покажу, как будут выглядеть эти питомчики, они очень классные. И вот получается, если их рассмотреть с картинки, очень красивые питомчики, ребят. Мне очень нравится эта барашка, ребят, она очень классная. Мне кажется, она будет за робукс. Либо же могут Adopt Me все поменять и сделать нашего вот этого волчонка за робуксы, а она у нас будет за пряники. А может и оба будут за робуксы. Но скорее всего так не будет, возможно даже оба будут за пряники. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих питомцев. Мне кажется, они очень классные, но скорее всего их цена будет точно не меньше 50 тысяч баксов, то есть пряников. Поэтому, ребят, нужно вам пока пить немножко, 2 дня времени у вас есть. Ну а пока что это все новости, как только будет появляться новая информация, я сразу же вам буду все это рассказывать. Как только появится цена на этих питомцев, я вам это все обязательно расскажу. Так что если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк на это видео, в комментариях напишите свое мнение про это обновление. Всем спасибо за просмотр,